31 тысяча украинских военных погибло за два года войны с Россией, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной годовщине широкомасштабного вторжения в Украину. Киев официально озвучил цифру потерь впервые с конца 2022 года. В то время как российские СМИ и власти по большей части избегают темы двухлетия войны, в Украине она является предметом широкого обсуждения. Украинский президент выразил разочарование недостаточностью западной помощи. По его словам, страна получила лишь половину обещанного. Зеленский заявил также, что план контрнаступления ВСУ оказался у россиян еще до начала его реализации. И отметил, что готов вести переговоры о мире с Владимиром Путиным только при условии, что российский лидер признает поражение в войне. 31 тысяча украинцев загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Росіяни... Загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І знаю, що до 500 сумі з пораненими. Зеленский сказал, что не может назвать количество раненых украинских военнослужащих, иначе Россия будет знать, сколько человек, цитата, ушло с поля боя. Президент не уточнил и количество пропавших без вести военных. В ходе прошлогоднего контрнаступления вооруженным силам Украины удалось освободить ряд населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей. Зеленский признал тогда, что операция проходила медленнее, чем ожидалось. Это якобы и стало причиной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, писали мировые СМИ. Зеленский на пресс-конференции не подтвердил, но и не опроверг эту версию. Он заявил, что западные партнеры еще не отправили все обещанное вооружение некоторым бригадам, которые должны были отвоювати окуповані території. Наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. У нас був, якщо можна так сказати, кулак для контрнаступу. Не буду говорити де, всі так знають приблизно деталі, і не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки, не доїхали. Зеленский сообщил, что весной в Швейцарии пройдет конференция по мирному урегулированию войны в Украине. Не исключено и участие России. При этом украинский президент подчеркнул, что мирные переговоры с Владимиром Путиным возможны только при условии, что кремлевский лидер возьмет на себя ответственность за вызванную им катастрофу. А можно говорить с глухой людиной? Чи можно... Говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів. А в юридичній і політичній площині ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була помилка, велика помилка, яка для нього маленька, для нас це трагедія, і для всього демократичного світу це трагедія. Зеленский сказал, что в этом году Украина готовится к новому широкомасштабному наступлению России. Переломным моментом станут выборы в США. И мы будем понимать, что произойдет после этого, отметил украинский президент. Он добавил, что если бы Украина смогла в ближайшее время получить еще 10 систем ПВО «Патриот» для ключевых индустриальных центров, это позволило бы кардинально изменить ситуацию на поле боя.